Жители строительного округа ждут теплой остановки на улице Жарницкого. Она здесь была, но из-за ремонта дороги ее перенесли в другое место, а обратно все еще не вернули. В ситуации разбиралась Марианна Кутукова. Жители строительного округа до сих пор не понимают, почему при ремонте дороги на улице Жарницкого не учли перенос теплой остановки. Сейчас в разгар зимы она стоит практически без дела. То и дело сюда заходят люди и стоят в ожидании автобуса. Затем, увидев предупредительную надпись, уходят и дожидаются маршрутку уже на улице, на месте новых остановок. Ну, она раньше здесь стояла, когда здесь остановка была. Да, она работала, нормально все было. Сейчас она здесь не нужна, потому что остановку перенесли. А когда ее открыли? В том году, если не ошибаюсь. То есть зимой ею пользовались, было удобно? Да, конечно, удобно было. Сейчас уже все, бессмысленно здесь находиться. По мнению других горожан, остановка не так уж и бесполезна. Здесь хотя бы можно купить и пополнить транспортную карту. Во всяком случае, это лучше, чем ехать в центр города. Но перемен все же ждут. Ждать на улице, конечно, холодно. Тем более, что у нас автобусы ездят с большими перерывами. Было бы отлично, если бы ее побыстрее перенесли. Место, куда должны перенести эту теплую остановку, находится в 100 метрах возле строительного рынка. Здесь остановка уже оборудована, есть подъездной карман. Люди ждут автобус на морозе и, наверное, придется это делать еще всю зиму, потому что, как сообщили в мэрии, перенос остановки будет не раньше марта следующего года. Проект не мог пройти экспертизу ввиду того, что автобусные остановки были размещены не по ГОСТу. После прохождения экспертизы, когда в проекте переделывали заездные карманы, вот, было принято решение сделать таким образом, как сейчас есть. Вот из-за этого вот у нас все застопорилось. То есть раньше марта не ждать? Да, раньше марта не знаю, как потеплее, сейчас начнется строительство. Этот случай произошел впервые. Сегодня все остальные 15 теплых остановок в Якутске работают по назначению. До конца этого года откроют еще две. Это на улице Билибина и микрорайоне Кангаласы. Марианна Кутукова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.